Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Дариус, Даша. Она... Всем привет! Да, всем привет! Блогер, стример. Мы с ней познакомились на стриме «Гроза», да, «Грозы», куда меня приглашали. Вот, потом мы провели вместе совместный стрим, аж 2 часа, было интересно. Потом мы вместе стихи писали. А сегодня мы хотим обсудить блогерство и стриминг как средство от одиночества. Вот. Хочу сказать, что в нашей жизни, я могу как бы говорить за нас обоих, вот это занятие занимает достаточно важную часть нашей жизни. Вот. И отчасти сейчас это стало проще, потому что мы и раньше-то особо не любили вылазить наружу и общаться с настоящими людьми. А сейчас как бы это уже не кажется странным. Это пандемия, так сказать, пособила. Вроде как все это и нормально. Сейчас, в общем, никто никуда особо не высовывается, да? Да, есть такое. Вот, но в принципе надо сказать, что это очень, вот мне это очень помогает. И я замечаю, что когда не выхожу там на связь, ни с кем не беседую, то у меня прямо ломки начинаются, вот прямо хочется. И у меня именно вот всегда формат именно общения. То есть мне недостаточно сесть перед камерой и что-то там начать рассуждать, мне очень важен человек, с которым я общаюсь. Вот. Поэтому я бы сказал, что это не путь избегания общения, а это наоборот. Я никогда, наверное, так много не общался, как сейчас, хотя я всю жизнь общался очень интенсивно. У меня был приют и большой дом, куда съезжались люди со всего мира, иногда за столом сидели и турки, и иранцы, и болгары, и бог знает, кто только не съезжался. И все равно сейчас я общаюсь больше, я общаюсь по 3-4 часа в день с разными людьми. Вот. Расскажите о себе, Даша, какую часть занимает вот это занятие вашей жизни и как оно вам помогает справляться с нашим непростым временем? Ну, стримить я начала еще с июля 2021 года. Тогда это было совершенно случайно. Я просто включила камеру. Случайно нажала на кнопку. Не-не-не. Просто я тогда купила микрофон, и мне нужно было где-то его использовать. Я изначально планировала в видео его использовать, но я сидела в интернете, и я подумала, почему бы не попробовать просто постримить, как я что-то ищу в интернете, или просто поговорить с людьми, которые зайдут. И потом там зашли что-то 2 или 3 человека, точно не помню сколько, и я с ними начала общаться. И потом все закрутилось и завертелось, и я начала запускать все чаще и чаще эти стримы, и все больше и больше людей начали приходить на них, потому что у Николая еще начала ссылки оставлять. И вот так получилось, что сразу у меня собралась такая аудитория, которая со мной общается, и которая общается друг с другом в чате, они переписываются. И я уже тоже не вижу себя без этой аудитории. Мы очень много разных тем обсуждаем интересных. У них есть свои интересы, которые для них близки. И также со мной они могут обсудить какие-то темы. Поэтому, да, вот каждый день стримлю и тоже не вижу без этого своей жизни. Вот вам не кажется, что получается, что чужие люди нам роднее, чем родные? Страшно. Ну, можно и так сказать. Но с чужими нам общаться легче, чем с родными. Но родных мы как-то больше знаем, и поэтому мы обсудили уже, наверное, за тот период, пока мы с ними живем, уже все, что мы могли обсудить. А с незнакомыми мы пытаемся их узнать побольше, поэтому мы больше вовлечены в общение. Они нам интереснее. Родные нас знают, как говорится, как облупленных, и мы уже не можем произвести на них другое впечатление, чем то мнение, которое они сформировали. А когда мы общаемся с незнакомым человеком, каждый раз у нас как возможность предстать в немного другом свете, в зависимости от того или иного настроения сегодняшнего или завтрашнего. Да, в этом, наверное, интерес, что с каждым человеком мы и зеркалим этого человека, и немножко по-другому себя ведем, и как будто бы проживаем какие-то разные жизни, разные образы, да, с разными людьми по-разному. Вот. Да, с правильными мне всегда хочется материться, говорить какие-то несусветные глупости, вот, прочие всякие вещи. С вами мне нравится рассуждать о каких-то базисных вещах. Да, ну, слава богу, что есть такая возможность. Но вот стримить я я пытался, но мне не очень это нравится. Ну, потому что я не верю, что там будет какая-то значимая аудитория. Мне больше нравится вот так поймать человека и записать беседу с конкретным человеком. Вот. Тем более, что мне это удается. Вот, всегда удается кого-то найти. Даже некоторые соскакивают, все равно находишь кого-нибудь да поговорить. Да. А вы не хотите попробовать, вот как я делаю? Это было бы интересно. Вы ведь делали, вы интервьюировали вот этого инсела, помните? А, да, но это был все равно стрим. Это был стрим, да? Но это было удивительно интересно. Я настолько заинтересовался, что я о них почитал, там все. У нас здесь был страшный скандал. Один инсел такой убил, снял такую большую машину, типа микроавтобуса большого белого, и на центральных улицах Торонто раздавил, как же ему удалось на скорости заметить, кого давить, 10 женщин, в основном женщин. Убил, раздавил насмерть. Буквально в 2 километрах от того места, где я жил. На улице Торонто. Да, вот. Самой главной улице Янг и Финч, по-моему. Вот, да. А чё бы вам такие не делать? Это... А почему вы именно настаиваете на стримах? Оно гораздо больше напряжения, то есть тут же реагировать надо и все такое. Можно же... Ну, да, это сложнее, стримы сложнее, потому что нужно еще обращать внимание на чат, что пишут люди, и это как-то эмоционально ну, даже у меня сложнее. Наоборот, вообще, вот, кстати, у женщин с вниманием легче, они могут multitask, да? Многоцелевые, то есть одновременно и там следить, и этим. А я очень легко отвлекаюсь. Мне вообще даже вот во время передачи тяжело переключать экраны. Это меня отвлекает и все такое. Еще следить в это время, что кто-то что-то пишет. Да. Ну, я еще играю, и в играх вообще тяжело. Я отвлекаюсь и могу проиграть из-за того, что обращаю внимание на то, что написали. Ну, формат стримов интересен тем, что сразу мгновенно вот эта обратная связь, люди задают какие-то вопросы провокационные, и интересно даже гостю эти вопросы задать. Сама я не всегда там могу догадаться даже до этого. Но одно дело у Николая на грозе, так, у него там по 2-3 тысячи пасутся, а у нас-то что, на стримах, что там у нас? Вот, и особо, так сказать, мне тоже было интересно у него, потому что вопросы задавали, провокационные, все такое, да, это, конечно, интересно. Вот, Ну, пока вот так общаемся. Да. Но вот это интересная тема, то, что мы стремимся к общению как бы с незнакомыми людьми. И это общение может не иметь предыстории, не иметь продолжения развития истории. То есть это вот такое вот, как знаешь, они как кометы приходят из дальнего космоса, проходят мимо очень быстро и очень близко, а потом улетают туда же, и неизвестно, вернутся они, не вернутся, да? Ну, у меня чаще не возвращались. Ну, у меня тоже, в общем, вот редко бывает, что возвращаются те, с кем я беседовал. Да, но это своего рода вот какой-то новый подход борьбы, не только борьбы с чувством одиночества, но и придания какой-то осмысленности своему существованию. Потому что вот если у меня смотреть, у меня как бы из одной передачи в другую переходят какие-то мысли, они трансформируются. То я так скажу, потом немножко иначе скажу, потом еще. Я всегда издевался, что у каждого человека есть максимум на полчаса сказать чего-то, что он думает, потом он начинает повторяться. Но оказалось, что я точно такой же. Дело еще в том, что когда... ты работаешь под запись, то есть некое напряжение, и какие-то глубокие мысли подумать нет возможности. Потому что вот внимание, оно на собеседнике, на камере, на своем внешнем виде, мы видим сами себя, да, поправить там вот эти складки, чтобы не было. То есть слишком много отвлекающего, поэтому в лучшем случае ты можешь повторять как заучено примерно одни и те же вещи, что, в общем, не сильно нас тогда отличает от попыток вот этих чат-ботов изображать интеллигентное общение, да? То есть все время повторяем там то, сё, третье, десятое. Да. А вот не кажется ли вам, что это суррогат? Вот то, что сейчас, это суррогат реальных взаимоотношений, ну, то, что вот в интернете происходит. Это что-то вторичное. Да, Дарья, вы знаете, у меня настолько разочарование вообще миром, жизнью, общением, что я не думаю, что это суррогат. Я думаю, что настоящее общение, оно настолько... бедная, как вы вот сказали, что действительно те, с кем мы живем, но мы уже все о них знаем, они о нас знают. Мы, честно-то говоря, их терпим, и они нас терпят. Потому что им скучно с нами, и нам с ними скучно. Новый человек, даже если он не очень нам интересен для каких-то полезностей, типа бизнеса, секса или, я не знаю чего, развлечения, все равно вот за счет того, что он новый, он всегда интересен. А человек, с которым мы уже общались, и тем более постоянно трёмся боками, я бы не сказал, что это какое-то углубленное общение. Вы знаете, даже вот если у кого-то были отношения, ну, вначале как это все интересно, как хочется общаться, рассказывать, а потом ты встречаешься утром, вечером, и сказать-то нечего. В лучшем случае будут опять нудить что-нибудь. Бывает вот у женщин такое, что она вот прямо смотрит на тебя и думает, что бы из тебя выкрутить еще, что бы сделать так. Иногда даже говорит, ну вот в чем тебя промотивировать? Что значит в переводе? Ну, по какому поводу тебя потрахать мозги? Я очень разочарована этим. И наоборот, вот эта возможность предвкушения общения, да, вот я знакомлюсь, я дал объявление на Авито, мне помог как раз один из моих собеседников, то есть цепочка так началась. У меня есть ассистентка Анастасия, она в Петербурге, она вот со мной работает уже очень много лет, и самые разные проекты мы осуществляли. И по моей просьбе она рассылала, ну, всем подряд приглашение участвовать в передаче. очень мало кто поучаствовал. Из них был вот Максим Дутов, он специалист по сайту Авито, авитолог он себя называет. Вы знаете, этот сайт в России очень известный. Вот, мы провели с ним эту передачу. И я по следам этой передачи попросил, кстати, мы вывели его в топ. Сейчас на слово «авитолог» должен появляться именно этот видос, который мы с ним сняли. А потом я попросил ему сделать объявление для меня, потому что я ищу людей. Но если я напишу, что для участия там, в стримах или блогах, практически никто не отзывается. Я поэтому пишу «ассистенты» и «ассистентки». На это отозвалось 130 человек. И я давай с ними всеми связываться. Ну, половина, когда им объясняешь, что ты хочешь, что вот так снимались, они соскакивают. Вторая половина от половины говорит «да», потом приходит время, и они исчезают. А вот где-то треть, может быть, 1/5 часть, может, все-таки доходят до того, чтобы сделать передачу. Вот. Ну, из этого выходит довольно много интересных передач. И вот именно самые разные люди. Одна актриса начинающая, другой бывший криминалист, там, третий еще чего-то, четвертый вот молодой политолог. Мне очень нравится. Вот как бы так вот, ну, как в христианстве, как рыбак. Забрасываешь сеть, и кого выловишь, вот с теми беседуешь, и беседуешь, и беседуешь. Вот так. Да. А кто больше всего запомнился из этих людей? Конечно, некто Геннадий Разумов. Ему 91 год. Он знал всех знаменитостей прошлого, практически всех. Видел в 30-м, в 31-м году, в 30-м он родился. Можете себе представить. Когда началась война, ему было 10 лет. Когда закончилась, было 15. Когда умер Сталин, ему было 23. Когда полетели в космос, ему было 32 года. 31 год, когда полетел Гагарин в космос. Карибский кризис где-то 35. Да? Когда умер Брежнев, ему уже было 43 года. Представляете? Когда была эта перестройка, и было... Что-то я перепутал уже. Ну, короче, неважно. Много лет. И он знает Войновича, это писатель такой, это там самых разных других знаменитостей, Окуджаву и все. И вот я его интервьюировал, много передач раз в неделю, вот он рассказывал разные воспоминания, как он с кем встречался, разговаривал. Мне вот это очень, конечно, понравилось. Был у меня космонавт, который так и не полетел в космос. Но считается космонавтом, потому что он был в отряде космонавтов. Ему Ванга обещала, что он, по-моему, будет ходить по Луне. Ну, как-то он стремительно стареет, а Луны пока нет. Хотя неизвестно, он сейчас в космосе 80 лет летает. Ванга обычно не ошибается. Помните Вангу? Да, я много о ней смотрела видео, в том числе разоблачающие, всякие разные. А давайте считать, что наша жизнь, она и есть нормальная. Ну, что суррогат? Никакой он не суррогат. Вот, допустим, наткнулись мы на неприятного собеседника. Ну и все, выключили, попрощались, и нет его больше в нашей жизни. А так, если у твоей жены, мужа, сына, дочери или родителей плохое настроение, ты же не можешь их выключить. Ну, это суррогат в том плане, что не выстраиваются какие-то длительные отношения, длительные взаимосвязи, ну, очень редкие. А может, они не нужны? Ну, вот действительно, то есть раньше они были экономически обусловлены или социально обусловлены, они требовались для чего-то. А может быть, они и не нужны. Может быть, они приводят к скуке, к непониманию, к отчуждению, к охлаждению отношений. Вот. Не знаю. У меня какая-то вот несоответствие. С одной стороны, жуткий пессимизм, все, что касается вот обобщенных вопросов. Но, в принципе, я считаю, что я веселый человек. Оптимистичный. У меня тоже так. Вот это странное сочетание. То есть при том, что, да, мир говно, все отвратительно, Бог садист, там, родственники все сволочи, там, все предатели, там, жизнь бессмысленна. Но настроение хорошее. Настроение хорошее. Занимаюсь я в своей жизни тем, что мне нравится. Да? Вот. У меня вдруг какое-то вдохновение поговорить с учеными. Нахожу ученых на профи. Знаете, сайт профи, там, где репетиторы. Да. Вот пришла мне это в голову идея, где их найти? Где они продаются, как на панели. Там и продаются. Пошел туда, все, поставил, что хотел. Побеседовал с 16 философами. Ну, не 16, 16 видео с философами сделал. Вот. Потом с физиками, потом с математиками. Интересная жизнь. С кем хочу, с теми разговариваю. Вот. Ну, за это же не платят деньги, за то, что вы с ними разговариваете. Это просто как хобби. Ну, смотрите, я за это плачу деньги. Но у меня что хорошо, что у вас в России мало зарабатывают. То есть для того, чтобы мне поговорить с профессором здесь, с тех же сайтов, но меньше $50, он даже смешно говорит за час. А там у вас начинают где-то с... Где-то долларов с 15 согласятся. Ну, конечно, не доктора наук. Доктор наук возьмет 50. А, ну, 50. Вот. А зарабатываю сейчас вон уборкой снега. Ну, слава богу, я не сам это делаю. Иначе я сдох. Я организовываю уборку снега. Это уже вторая зима. Вообще очень похож на жизнь. Моя жизнь похожа на жизнь тинейджера сейчас. Живу я в бейсменте, все остальные комнаты сдаю каким-то странным личностям. Вот. А зарабатываю тем, чем могу. Да. Ну, как-то, знаете, это очень легко оказаться опять в рабстве, как я был всю жизнь, там, пахать на чужие желания и мечты, которые потом оказываются, что «а я и не хотела». «А зачем ты это делала?» «А я и не хотела». А ты вот почему не узнал, что я действительно хотела? Так ты же сказала, что хотела, а я уже перехотела. Да. Ну так проснешься утром, смотришь, это 4 человек приглашенные. И так, вроде и жить интересно. Вот. Нет, не согласен я это считать суррогатом жизни. Нифига. Жизнь за пределами наших экранов гораздо менее разнообразная, интересная, привлекательная и осмысленная. Да, есть такое. Потому что, ну, в интернете у нас как-то и больше возможностей увидеть фантастические миры, всякие фильмы нам показывают совершенно другую жизнь. А в жизни у нас все одинаковое, везде нет какой-то фантастики. Ну да, ну да. Каких-то существ всяких. Какая у вас кошечка? Это собачечка, это кошечка. Кто это? Собачка. Собачка, да. Собачечка маленькая такая. Какой породы? Чихуа. А, чихуахуа. Да. У тебя зимой. Ножки такие туда-сюда побежали. А чей портрет у вас на стене? Это я. С кем? Это две меня. Вот очень интересно, да? Такой выбор. Блондинка, брюнетка, и на одном портрете, и все вы. Оригинально, да. И причем брюнетка на белом фоне, а блондинка на темном. Это как инь и янь, да? Да, да. Взаимопроникновение иня и яня. Да. Не знаю. Я думаю, что всегда можно принять то, чем мы являемся, за норму, и все остальное считать не нормой. Слава Богу, они отстали от нас, я имею в виду окружающие, из-за этого ковида. Сейчас никто не может никому сказать, что «Чё ты сидишь? Выйди, подыши свежим ковидом. Вон, омикрон сейчас, пойди, понюхай». Чуть выйдешь, значит, сразу с новой греческой буквой вернешься. Я принес омикрон. Еще знаешь, что хорошо, что никто никуда не ездит. Раньше как бы вот зима, все поехали отдыхать в теплые страны, а у меня нет денег, и самое главное, нет желания. Вот. А сейчас никто никуда не едет. Короче, классно. Я так хочу, чтобы пандемия не кончалась. Да. Это для социофобов праздник. Вот хрен его знает. Мы вроде, мы странные социофобы. С одной стороны, странные, да. Но меня били в детстве, поэтому я, видимо, боюсь живого общения с людьми, что меня опять побьют. С другой стороны, у меня когда-то был такой психоз, типа, что я боялся сам кого-нибудь побить. Да. Но вообще я был довольно активный. С людьми встречался. У меня постоянно сейчас сны, что я оказываюсь в тесной толпе людей и боюсь заразиться. Представляете? У вас нет таких снов? У меня немного другие сны, там вообще что-то странное происходит в последнее время. Например? Последний раз мне снилось, что я находилась в школе, в которой была заложена бомба, и мы прятались в туалете, и это было ужасно. Ну, я в общем, сейчас, страхи снятся. Сейчас у меня жильцы же периодически дискуссии спускаются именно до туалета. Как тратить туалетную бумагу. А тут поссорились за ведерко. Как его ставить справа от унитаза или слева. И вот, а переписываемся мы, естественно, через WhatsApp, хоть и живем в одном жилище. И вот в этой группе, значит, та, которая считает, она левосторонница, считает, что ведерко должно стоять слева от унитаза, если ты на нем сидишь, то слева. А остальные считают, что справа, потому что они правши. Они говорят, мы вытираем задницу правой рукой, и нам не хочется эту штуку переносить через себя, чтобы положить слева. Диспут меня заинтересовал, как человека, изучающего, как бы, дефекты современного правосудия, философию. Я написал пространное сообщение, где я написал, что глубоко изучил вопрос расположения мусорного ведерка рядом с унитазом и установил, что большинство жителей нашего жилища являются правшами, а посему им удобнее располагать его справа. Более того, пишу я далее, это все по-английски, естественно. Я пишу, в соответствии с жоповытирательным законом от 1877 года, а почему такая цифра, это номер нашего дома. Я это назвал S-Wiping Act, как у нас все законы называются. А в Канаде следует располагать мусорное ведерко для использованной туалетной бумаги справа от унитаза в соответствии с наблюдением сидящего на нем. И еще использовал такое upon the off, знаете, как в очень легальных старинных документах. Ну, в результате она отключила мне интернет. Сейчас я должен пользоваться мобильным, чтобы с вами поговорить. Вот так и живу. Это вечная борьба правых и левых. Да, да, да. Но я всегда люблю углубленно порассуждать, когда речь идет о о делах туалетных. Видимо, я застрял в этой фазе своего развития по Фрейду. Там есть анальная и оральная фаза. Сначала, по-моему, оральная фиксация, потом анальная. Видимо, я в ней застрял. Я думаю, что все люди в той или иной степени любят это обсудить. Просто боятся признаться себе. А потому что это главное наше занятие. Потому что единственное материальное производство, которое мы производим, это дерьмо. Производим мы его в среднем по весу своего тела в течение 3 месяцев. То есть каждые 3 месяца мы производим дерьма, равное по весу своему телу. Представляете? Если рассматривать нас как физическую систему, то, скорее всего, сторонний объективный наблюдатель характеризовал бы нас как дермоделки или как говнопроизводители или что-то такое. Да. Но это же не единственное материальное, которое мы производим. Что вы еще производите материального? Ну, наверное, не все люди, но кто-то создает какие-то вещи в ремесленном значении, какие-нибудь... Кто-то, да, но мы-то нет. Ну, вот эти кто-то, они тоже зациклены на этом? Или у них зацикленность на этом производстве? Их становится все меньше и меньше. И они все где-то в Китае. Да. Я, кстати, пытался посчитать, если бы сложить все, что человечество насрало за всю историю своего существования, можно было бы создать целый астероид, целый спутник Земли. Представляете? Почему-то пока не догадались, как можно это использовать, эти отходы. Но только с животными работает. Вот видите, удобрение. Мы даже то, что выделяем-то, использовать нельзя. Да. Вот такая штука у нас. Жизнь наша. Но, в принципе, слава богу, что у нас есть возможность такой коммуникации. Потому что что бы мы раньше делали? Книжки бы читали, да? Ну, раньше были письма, можно было как-то... Да, я еще это застал, я еще писал письма. Да, это было целое занятие. Садишься, пишешь письмо, потом тебе приходит ответ через 3 недели. А если за границей, так вообще через 1,5-2 месяца. Ты ждешь. Было, кстати, интересно. Целое творчество эпистолярное было, да. Сейчас вот какое у нас наследие? Имейлы только, да. Так они все какие-то не очень литературные. Вот пропал мой сегодняшний труд, где я писал о жоповытирательном законе от 1877 года. Наше время подходит к концу. Я хотел еще сказать, что я к такому образу жизни шел медленно. Несмотря на то, что я думал, что я публичный человек, умею выступать. Сначала я нанимал молодых людей и девушек, которые делали для меня какие-то видео о моих книгах, на YouTube. То есть сам я не выступал. А потом вот как-то вот стал... участвовать. Даже из того поколения моих помощников несколько осталось, с которыми я периодически беседую. Вот. И надо, в принципе, сказать, что есть определенное терапевтическое действие. Вот снимать самого себя именно в общении, вот, оно помогает. Оно придает уверенность в себе, способность лучше выражать свои мысли. И открывает какие-то вот дополнительные возможности. Вот, допустим, если мне сейчас захочется вести какие-нибудь вебинары, да ради бога, да запросто. Привык уже говорить на камеру, общаться и прочее. Поэтому я думаю, что это очень надо рекомендовать всем включаться в этот процесс. Слава Богу, что техника теперь позволяет. Большое вам спасибо, желаю вам успехов и до новых встреч. Спасибо и вам. До новых встреч. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Поставьте нам лайки. Перешлите видео друзьям и знакомым. Информационные технологии – это то, что формирует наше настоящее и наше будущее. Так интересно обсуждать эти вопросы. Причем мы приглашаем не только специалистов, но и каждого из вас, кто хочет поделиться своим опытом, своими сомнениями, своими идеями. Мы ждем вас на нашем канале.